Это павильон называется винодельня, ну и, видимо, вот понятия не имею, что тут утюгами можно вино делать. Это, видимо, просто. Нет, это стирать, а это гладить. Вино. Нет, это не вино. Винодельня, гладить, стирать. Вместе. Это когда облился. Выпрямитель. Волос. Волос. А это вот хлебороб. И песок. Это самое. Как это называется? Мельница. А, ну тут даже что-то можно помолоть. А ее тяжело молоть? Очень. Да? Ну-ка. Ух, нифига себе! Откуда у тебя столько... А, нет, потом она нормально идет. О, я готова! Баба со ступой. Пестики, тычинки. Ты туда не залезешь. Нет, я не залезу. Ты в бочку залезешь. Ну, нет. Потом я не вылезу. Ну, вот, смотри, какая интересная штука. Это вот, по-моему, молоко делается. Да, херенье. Туда наливают, потом вот это. А это не это самое, не тесто для равиоли или для чего? Да, да. Это винодел. Это, наверное, знаешь, давят виноград. Виноград давят, а туда это сок сливается. А потом вот это вот все бродит. Вот так. И дальше еще отжимают. Ну, это какие-то уже современные такие штучки. Сейчас идем, подожди, я же снимаю уже. Я же делаю экскурс. Экскурс. Для наших иностранных друзей. Ой, ну тут прям вообще и шкуры, и ружье. И ружье, и шкуры. Все как положено. Слушайте, так это настоящие шкуры. Это походу лисы маленькие, лисы, вот эти лисы. А вот это вот что-то типа тушканчика или я не знаю. Нет, это белка. Это хорек. Не хорек. Подожди, кто здесь это у них? Эти как раз, два, три, четыре, пять. Еноты тут еще бывают. Нет, вот это вот. А это суслики, зайцы. Суслики в полях. А, точно, сурикаты. Сурикаты это не у нас суслики. Какая разница, они одинаковые? Большая.